What do you think about Russia? I don't know that much about it, but I hear that you're good people just like we are. Thank you. It's a big country, and it's just like any other country. It's nice. I wish I can go to Russia, but it's so far away. I like Russians, I can tell you that. And as I told you yesterday, boy, you have the most beautiful women on it. Так сложилось, что я заболел в первые дни, к сожалению. А мне нужно было 26 марта, мне нужно было попасть на самолет в Мексике. Мне нужно было проехать около 5-6 тысяч километров. Но стоп непредсказуемый в Штатах, стоп запрещенный в некоторых штатах даже. Выезжал я с приключениями, шел пешком, погода не радовала, день Святого Патрика. Я увидел гуляния, очень-очень яркие гуляния. Замечательно, конечно, но погода была отвратительная. Первый автостоп в адском холоде. Я одет достаточно легко, не ожидая такой холод в это время года в Нью-Йорке. Ближе к вечеру провозит меня совсем немного доминиканец, 15 миль. Я остаюсь на дороге, подъезжает полиция. Я заподозрен в том, что я делаю что-то нелегальное. Во-первых, конечно же, я нелегально находился на дороге. Нелегально ловил машину, во-вторых, возможно, я был террористом, наркокурьером и так далее. Бомбы, ножи, автоматы, есть у тебя? Полицейский спрашивает, нет, ничего нет. Проверка документов, все в порядке, вернул меня, как я его не просил, вернее, как бы я ему не намекал, подвести меня хотя бы немного вперед, он меня отвозит назад. Я ему ответил, извините, я не знал, что автостоп запрещен, я не хотел. В итоге оказываюсь на ЖД-станции, и вторая попытка оказалась еще более рискованный, потому что меня уже взяли один раз, уже предупреждение есть, уже я знаю, что нельзя ловить машину официально для полиции, но в конце концов останавливается машина. Женщина, сидевшая за рулем, меня спасла от холода. Она сказала, что вернулась за мной, потому что видела, что я мерзну. Сел я к ней в машину сходу, довольный, счастливый, отмороженный слегка во всех смыслах. И я говорю, do you have wife? Привык говорить, что привык говорить с мужчинами. И оказывается, это же женщина, она говорит, да, у меня есть жена. Да, то есть я ее спросил, есть ли у вас жена? Осекся, но уже понятно было, о чем речь. Она говорит, конечно, да, есть, дома меня ждет. Но у вас в России плохо с этим, с нашими, так сказать, коллегами, с меньшинствами. Этой темой. Я говорю, да нет, в принципе, не так все плохо. Конечно же, официально запрещено, но в принципе... В белых ночах. Правое крыло, вперед, поворач. Углубляться в эту тему, спорить как-то или развивать ее, но это было начало спонтанное моего проекта. Я даже не спрашивал человека о том, что она думает и знает о России, я просто сказал, что я из России, и она, будучи открытой и общительной, высказала такую мысль сама, да? Very much on the news, and it's all very, very slanted. The news did tell us that you guys
more or less unprovoked invaded the Ukraine. Yeah. Annexed part of it. But I'm sure there's more to it than that. The Russian people, the few Russians that I've met in grad school and around here, I like them very much. You seem all right. Okay. You seem like a good guy. Ah, thank you so much. И в дальнейшем я встречал самых разных людей. Подвозил меня интересный человек, бизнесмен еврей, который сказал, что он очень уважает русских людей за трудолюбие. Russian people never stop working. They never give up. A Russian man is a real man. Russian women, they control the men. They never give up. Yeah. Some of the toughest women you ever find. But I guess it has its good parts to it too. Plenty of Russian people. They're one of the hardest workers I've ever met. Oh, great. Yeah. They're not afraid of manual labor. Us Americans now, we're all lazy. We want to work at desks. Yeah. A nice office. Russian people, they're mechanics. They fix stuff. They know how to work for real. I love Russia. Russia's an amazing place. Some amazing people came out of Russia. Получилось так, что я и оказался в гостях у русского парня в Филадельфии. Замечательный парень, который тоже мне очень помог. Миша. Я и оказался у прекрасной знакомой из Иркутска, которая вышла замуж за американца. Привет, меня зовут Татьяна. Из Иркутска. Да. Которая живет в Шарлотт в США. А я задаю всем вопрос, что вы думаете о России? Но тебе, наверное, задам не только вопрос, что вы думаете о России, но что вы думаете и о США, если в двух словах. Россию я люблю, безумно скучаю по этой стране, но обратно туда не хочу, только в гости. В Америке я живу 2.5 года, пока еще адаптируюсь, привыкаю к этой стране. На своем блоге я написала 10 причин, за что я люблю Америку. На самом деле этих причин очень гораздо больше. Свободная страна, где у каждого есть возможность добиться всего, чего ты хочешь, главное, чтобы было желание. Е-95, та самая дружба Питер-Москва в исполнении американцев. Это длинный хайвей. Поддавал я из Нью-Йорка, проехал в Филадельфию. Сейчас в части езды от Вашингтона. Что ж, пожелайте мне удачи. Полиция не раз приезжала, не раз меня брала на дороге. Полиция хотела, чтобы я не ловил машины, потому что это запрещено. И каждый раз я говорил, да, нельзя. Боже мой, я не знал, что нельзя. Простите, ради бога, я не знал. The video camera too? Yeah. What's your name again? Sorry. Officer Wolf. Nice to meet you. Nice to meet you. One second for me, okay? Yeah, sure. TC-42 dispatch transporting you off the roadway, last 3581. Okay. What do you think about Russia? What do you know about Russia? Not too much, except for it's really cold. It's huge. There's a lot of people. Right. Yeah. Did you meet any Russians? You're the first one. Oh, good. Yeah. 5 years being a cop, my first Russian. So that's pretty good. Okay. So can you maybe drop me in a good place for hitchhiking? I'm going to take you to where they have buses. Maybe hitchhiking, because I... You can't hitchhike, that's canceled. Самого яркого водителя за всю историю своего автостопа за 77 стран я встретил в Штатах. В стране, родине автостопа, и в то же время в стране, в которой уже успели запретить автостоп. На рассвете останавливается на подъеме фура. В Северной Каролине я бегу к этой фуре. Не верю своим глазам, прыгаю, сажусь. Мы едем за рулем. Темнокожий американец, афроамериканец. Оказывается, он едет в Мексику. Вернее, на границу с Мексикой. Я не мог поверить.
Я счастлив был до безумия. 1800 километров. 1800 километров – это рекорд. Полтора дня, ночь. Он заботился обо мне, как отец родной. Он научил ходить в туалет стакана из-под кофе на ходу. Дозаправка в воздухе. Этот человек научил меня суахили, некоторым фразам, словам. Мы учили суахили. I know Russia a long time ago. I know Russia is a nice country. You know, Russia used to we used to have a socialism like a Russia. So that's why I know many about Russia. Many people from Tanzania went to Patrice Lumumba University in Russia. That's why I know a lot about Russia. Anything you say about Russia is about Patrice Lumumba University. That's what exactly I know. But I believe it's a nice place, nice people, you know. I got my friend Victor here. Thank you. You know, he's a nice guy, you know. We've been traveling together over 1,050 miles. Okay. Mississippi River, wow. So now we are heading from Mississippi State to... Yeah, we finished Mississippi, we going to Louisiana. If you see on your right, there's a big blue sign over there. Ага. Let's say welcome to Louisiana. Мне нравится эта шляпа. По-моему, хороша. Остальные, ну, для женщин. Вот мужские есть. Но это мне больше всего приглянулось. Этот человек купил, подарил мне перчатки и масса других важных бонусов. Здесь у меня подарки от Фироза, этого потрясающего человека из Танзании, который провез меня почти 2000 километров из ниоткуда, а именно из Южной Каролины до границы с Мексикой, и подарил мне, кроме хорошего настроения, прекрасной компании и атласа дорог американских и зарядки автомобильной, еще и вот эти замечательные перчатки, фонарик, батарейки и самый офигенный, самый классный и полезный подарок – это заряжающаяся от солнца станция, портативная электростанция. Okay, once more, thank you very much, brother. I wish you all the best. No problem. You're so great. No problem, man. It's happy in the same time, a bit sad moment to leave you. But take care, man. Okay. Take care of yourself. Thank you. Keep in touch. Сейчас я подхожу к дороге, буду стопить уже у самой границы Мексики, Лоредо, заветная граница. Вавилона, она уходит босиком по бетону, не замечая острых стекол осколки, и воют вслед чужие серые волки. Был брошен знак в ее пустое оконце, идти вперед навстречу яркому солнцу, солнце. Вот там, за рекой, находится Мексика. Совсем скоро я буду в Мексике. Моя 72-я страна. Ура! Просыпайтесь скорее, не теряя минут, на рассвете.